Всем привет, ребята, с вами я, Фат. И сегодня мы будем играть, как я обещал, пыльную поездку. Мы сегодня затестим пульт от ядерки, который я купил. Что это мне написали? В общем, вот Тесла. Такая вот крутая. Легендарная. Бронированная. Так, ребят, я пока что... На чём надо забрать бесплатное возрождение? А, нет, ещё рано. Так, здесь я вновь... Здесь вот такая крутая тачка. Ладно, ребят, давай пойдем провинись. Что ты стоишь так? Мне ж надо экипировать свои эти. Так, все на место. Вот. Кстати, следующие через пять видео я снова буду пыльную поездку снимать, но уже с чуваком каким-то. Но я буду идти только с теми, у кого там ачивка есть Ghost Town или же 20 тысяч метров. Потому что я не хочу, чтобы со мной в команде были дураки. И знаете, не зря я паркурщик года. Паркурю как профи. Вот такая вот тачка крутая. И, кстати, давайте посмотрим на пульт от ядерки. Вот она. И, кстати, эту пушку, этот пульт от ядерки можно найти в Ghost Town. И таких можно 3 штуки найти. Ну, в общем, сколько в рюкзаке поместится. Если вы найдете в Ghost Town, она у вас будет уже лимитированная. Типа, как будто вы ее купили. Но... Шанс, чтобы вы ее нашли, очень маленький. Поэтому не советую таким образом получать. Лучше купить ее. Да, у меня сейчас... Очень хочется в Ghost Town проверить эту пушку, но мне лень, ехать 25 тысяч метров. Тем более, это обзор на машину и на пульт от ядерки. Я собираюсь проезжать всего лишь что там 7 тысяч метров. На этой машине есть автопереворот, и она едет на электричестве. Достаточно быстро, хотя написано 141 км/ч. На самом деле она в 2 раза быстрее, чем на спидометре. У нее есть фары. Ну, фары, если включим, она больше энергии тратить будет. О, самолет.
Надо будет остановиться за бензином, чтобы мост проехать. Ну не мост, а реку. Но пока что я встречаю только одни магазины. Бензик там есть. Не, нету. А вот на заправочке должно быть. Сейчас проверим пульт от ядер. Чё за... Каким образом? Каким нафиг это образ? Давайте посмотрим, он перезаряжается. Да? Не, не, она не перезарядила, просто патрон появился там. Это пушка не была. Я же говорил, деньги безумные. Вот здесь деньги ставятся. Пачку, ребятки. И поехали. Кстати, минус в этой машине в том, что провинистые локации достаточно сложно проходить. Именно не все эти 20 тысяч метров, а именно 5 тысяч метров. Потому что там машина очень тяжелая, и мост просто, эта штука просто двигаться не хочет. Хотя тратит бензин. Мы будем ехать до 7000. Поэтому долго будет. Ну, хотя не долго, потому что я почти сейчас доехал. Ура, ребята, солнце уже. Стоп, а куда я сел? Мне все, за этой машиной нужно следить. Потому что она может с места двигаться. Ну, в принципе, хватит. Иногда этот мост из-за тяжелой этой машины просто не едет.
Поехали. Так, ребятки, мы пока что едем. Едем. И едем. В принципе, я останавливаться не собираюсь, просто буду водить машину, даже мышкой не буду поворачивать. Мы остановимся только на электростанции и на огороде. Вот челик здесь вот стоит. Хата. И вот здесь вот электростанция. Так, пойдите-ка, ребятки. Без звука как-то непривычно. Во. Не, она не перед. Максимум был. Ладно. Так, все подохли. И опять нету ничего такого. А здесь вот хотя бы. Нету. Жаль. Ну тогда придется разбираться. Вот я самого никогда не убивал. Это все? Ладно. Минус босс, значит. Короче, говорю, за убийство вам не только дадут пушку электрическую, вам еще дадут ачивку легендарную. Вот она, электрическая. Сама пушка достаточно крутая, как все говорят. У нее 100%. Ну, зажимаешь и быстро. Босс. Достаточно сильная пушка, половина хп сносит с одного выстрела. Ладно, ребята, с вами был я, Фат. Мы сегодня протестили эту новую, крутую тачку. Как видите, эта тачка очень крутая. Жаль, что ее больше нельзя купить. Но зато... Я сделал хотя бы обзор для вас, чтобы вы знали то, что это стоило. И говорю сразу, все машины, которые лимитки, и которые несколько
10 тысяч штук можно покупать. Знаешь, это имбовая машина. Покупайте ее. Ну, прежде чем покупать, дождитесь, когда какой-то ютубер, например, Куки, снимет видео про обзор этой машины, а потом уже покупайте, если вы увидели, как эта машина вот работает, какие у него там расходы, какая скорость, потом покупайте, а не сразу же покупайте. Ладно, ребята, с вами был я, Фат, и всем пока!